Будем менять воздушный фильтр салона в Opel Corsa D. Для этого нам потребуется, собственно, сам воздушный фильтр. Вот я такой вот взял. Вот, попроще. Менять его можно в зависимости от степени загрязненности воздуха в том регионе, в который вы ездите. Но обычно это не чаще, чем раз в 15 тысяч километров, а можно и раз в 30 тысяч. Вот. Для этого нам, как я говорил, уже потребуется снять этот ящик, потребуется отвертка. Вот. Здесь это просто резиночки. Вот. И можем открыть инструкцию. Вот, в принципе, либо в основной инструкции это описано, либо в интернете можете почитать, где что откручивать. Там придется нам немножко подлезать в неудобное место, немножко деформировать этот фильтр. Вот. Давайте все это сделаем. Положены эти болты. Вот здесь вот есть рычажок. Вот его нажимаете. И вот эту защелку сверху вытаскиваете. И здесь можно вынуть старый фильтр. В принципе, его можно даже немножко повредить. Ничего страшного. Вот он, старый фильтр. О, сколько, видите, грязи выпало. Ой, перья какие-то. Вот он. Старый фильтр. Устанавливать и без снятия всего этого хозяйства, ну тогда есть риск поцарапаться немножко.